Несколько минут назад завершилась итоговая пресс-конференция главы Якутии. Журналисты ведущих республиканских средств массовой информации смогли задать интересующие их вопросы. И во время вступительного слова глава региона в том числе поделился впечатлениями от работы в составе российской делегации в Японии. В частности, Борисов отметил, что в мировой экономике и политике в последние годы происходят большие изменения, и от этого страдают компании, работающие на мировом рынке. Здесь имеются в виду якутские алмазодобывающие предприятия. С такой же проблемой сталкиваются и компании из страны восходящего солнца. Ну а первый вопрос конференции задал мой коллега Владимир Сенюшкин. Он поинтересовался, каким образом удалось увеличить поступление налогов крупных недропользователей, работающих в Якутии, в бюджет республики на следующий год. Нам пришлось встречаться и обосновать, во-первых, их ответственность перед республикой. С другой стороны, республика всегда их поддерживала и поддерживает. И мы при этом поставили два вопроса. Первый вопрос – это насколько возможно консолидировать усилия и наращивать объемы платежей в республике, бюджет республики. И второе – насколько возможно брать на себя социальные обязательства. Социальные обязательства – оказание помощи районам, муниципалитетам и самой республике. И по этим разговорам надо сделать вывод о том, что все эти компании – согласились идти навстречу, и при этом мы уже с учетом этого заложили свою базу бюджетного формирования на 2017 год. Журналисты также задавали вопросы про здравоохранение, инфраструктуру, закон о выравнивании тарифов на Дальнем Востоке и многое другое. Прозвучал вопрос и о предстоящих выборах главы города Якутска. Конечно, выборная тема, она сложная, и она общественно достаточно резонансные, поэтому я всегда пытаюсь избегать этой темы при широком таком обсуждении. Но то, что касается города Якутска, то это выборы приближаются. И мы с Алексеем Сергеевичем Николаевым на эту тему встречались, обсуждали. И я с ним поговорил и сказал, что ему надо идти на выборы. И с этим он согласен, и мы будем поддерживать его кандидатуру, потому что при нем и при мне все-таки совместная работа по городу Якутске и правительству, и администрации города достаточно эффективно проявляется, это видно, поэтому результаты мы уже на его чувствуем, и эту работу надо продолжать.